негоже как-то оставлять вас на ночь, на вечер этого воскресенья одних. Вот, и поэтому мы решили продолжить именно так, сейчас продолжить. Так, папочка Чапаева. Так, черепашки ниндзя. Открыть. Лаунч. Так, эмо. Раша. О, Олалон, привет. Ангасафир. Брошки лежачи. Так, ты на эмо Раша, да? Ага. Так, тимейшмитент. Так, создал. Отлично. Пинг 4, шикарно. Так, подожди-ка, что-то он мне не хочет. А, вот. Все, фильтр пошло. Сменим, может? Нет. Блин, уже нельзя. Так. Сейчас там как вверх-вверх не снизу, слева-вправо. Так, сейчас мультик начнется. Вверх-вверх не снизу, слева-вправо. Старт. Так. Ну я Раф. Я Лео. Отлично. 7 жизней. Блин, а чё 9-то нельзя? Нельзя, вот как-то. Ну вот, короче, пацаны отдыхали. На пляже, да. Значит, пили пиво во Флориде. Развлекались как могли. Девок не было. Ну, что поделать-то? О, господи, у них на пляже телевизор. Это в те-то года телевизор, походу, на батарейках, парни. Или я что-то не знаю. И там, конечно, Эйприл. О'Нил. Втирала. Что стриптиза не будет. И появился Шредер. Бумер, додерс. Я Шредер. Блять, пацаны, мы не знали, что это Шредер. Вот ей-богу, вот. Мы не знали. Кто бы мог подумать? Кто бы мог подумать, что банка шпотов оказалась. Вот сразу видно, вот у них френдзона идет. Он ее держит чуть выше, там где должен держать. Ну и ладно. Погнали. Так, вот здесь уже получше будет. Да. Эту часть я люблю гораздо больше. Да, ну здесь она уже такая, но пацаны все равно любят обнимашки. Вот чем надо было на стриме на сходке заниматься. Черепашек играть. Да, черепашек, чипудейлов на двоих, прочие баяны. А то какие-то танцульки с Nintendo Wii. Ух, какие дерзкие пацаны. Ого, их звездочки еще отбивать можно. Да. У меня последняя банка пива. Ну и ладно. Думаю, ее нам не хватит. Да ладно. Вниз Б режает. А, да, это же Б. Почему Nintendo Б, а не АБ кнопки расположены? Key West.
Кенни Вест. Это было... Нет. Аккуратно. Ух ты! Такое? Я же не хотел делать колонку. Я тоже сейчас не хотел. Но тут хотя бы они получаются нормально. Вон, у меня еще две палочки осталось. О. Как лагает-то. О. По-моему, он тут точно так же выглядит, как в той части. Ну... Ах. Вот так вот. С Шимусом покончено. Ха-ха-ха, у тебя голубая. А ты тут жирный на аватарке. Ну это все-таки такая более динамичная. Ну да. Поэтому эта мне часть больше нравится. Надо еще потом на Сешке и на Снессе пройти. Нет. Чего? Там же не легче. Хочу. Они же легче. Да, но что-то... Не знаю, я в них ни в одну и не играл до этого. Turtles in Time видел, как-то... Не привлекло. Оу, FPS падает. О, двух вынес. Красавчик! Хотя бы их можно вниз бы с одного удара вынести. Турбокнопки решают. Да. Турба. Онежские острова. А вот две подряд они не решили. А я без турбо-Б. Ой. О, тебе уже дали за полтинник. Подводная лодка. Ага. Настало твое время. Рай слишком далеко зашел.
Да что ж такое-то? О, спасибо. У меня с ней как-то не заладилось. Френдзона. Ага. Че он так дерзко вылетел? Ну, а сейчас этот будет с трубой. Да. Как и Гончак, по-моему. Я твою лодку труба шатал. Гончак. Какого черта Дон-то уже выбрался у меня? Аккуратно вот там это. Ага. Красавчик. Одну из потерянных жизней вернули. Отлично. Фига не прыгают. Ну да. Там высота 6 метров, они бы так просто могли взять и через весь уровень перепрыгнуть. Чем проходить его. Чак, а где покатится? Фух. Там машинка у эти. Че, машина она поедет, не? Она поверху едет или вонизу? Да чтоб его. Че вернулся-то? Сволота. Сволочь. Тут эти с пиками есть тоже. Угу. Блин. Но все-таки да, графически третья часть будет получше, чем. У вас с хвостами бельмонты. Косплеить пришли. Косплейщики гребаные. Чё там делала та машина, если тут мост разрушен? У него же Бигфут. А может он сам разрушил их? Как вариант.
Сейчас опять будет машина. Да, да, да. О, слышь. О, брейкдансер. Ох, обидно. Вот так. Фух. Угу. Вовремя пиццу положили. Да. Я уже думал, уровень пройден. После мид-босса. Так я 100 лет не играл уже. Но хотя эту часть я проходил, в отличие от второй. Ну, здесь мисс Бэ на самом деле очень много решает. Ну это да. Опа, как мне нравится их в яму кидать. Ага. Как мешки. С говном. Да-да-да. Ой, циркус Чарли. О. Что, машина будет стоять? Тут у них сосков не видно уже хоть. Гребаный Бельмонте. Ох, Бибоп. Его можно бить в прыжке, когда он это пускает. Хрена он пинается. Аккуратно. Стой! Ну-ка уйди. Блин. А, стой, не появляйся. А, он за мной идет. Часто он меня чем ударил. Аккуратно, не сливай так. Да он уже мигает. Нам нужен был джип, чтобы запрыгнуть на дирижабль. Просто вот мы прыгаем на 6 метров высотой, но мы не могли запрыгнуть на дирижабль, пока машины не было. Fuck logic. Мы запрыгнем на летающий город, но город только сейчас вот отрывается от земли. Мне неуютно, когда рядом. Кто? Ямы. А, так все, мы в городе уже. Ну да. Но было неуютно там. Вот из-за этого. Ах ты, упал. Опять упал, да хватит уже. А он, пацаны, выпрыгивает из канализации. Кусок отваливается. А, ну ладно, кусок отваливается. Хорошо, вон, твоя... В принципе, да, кстати, твоя теория, она логична.
ништяк. Бата би бадабум. Да как так, он просто приземлился. И уже колодец меня бросило. Эта игра несправедлива, конечно. Семи-то жизнями-то, да, конечно, несправедливо. Выпрыгивай, сейчас. Комбо просто. Да ж... Я, пожалуй, буду держаться подальше от колодца. Да. О, пацаны! Орехи в шоколадной глазури. О, Бельмонте. Это пацаны, которые... Чё, все, у меня закончилось пиво. Ну и ладно. Дальше пойдем без пива. Вы как хотите, а я без пива. Идем. О! О, жизнь. Well done, Тёрна. Oh, yeah. О, Бельмонт. О, пацаны, любящие бочки. Тебя, о, тебя нарядили в бочку. Воу! Да, анимации тут шикарные. Да как так, я же ее отбил. Воу, 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 полегче, парень. О, машинки сейчас выпрыгнут оттуда из минивана. Ага. А, нет. Должны. Во. О. Из этой выпрыгнут? Конечно. Да. No. Да что ж ты? Нет, я же хотел использовать суперку, но я тупой. Блин, у меня чак. Я не. Гол в канализацию. То есть в метро. О, это станция голода. Пойдемте нормальной человеческой еды поедим. Станция голода. Мужицкая станция, а? Да-да-да. Проспект мужества, а площадь мужества. А те пацаны любят прыгать, я смотрю. Паркурщики, наверное. О. Метро. О, смотри, сейчас наша станция. Воу-воу-воу, пацаны. Парни, а вы играли в Соника 3? Да-да-да. Не играли в Соника? О, крыса, дербак. Я уйду отсюда. Где метро? Я не вижу.
нас их с двух сторон стоять, короче, если у меня, то ты его, короче, колдуешь. Вот он меня бьет, да? Сейчас давай, ты с... Не-не-не. А, во, он тебя за мной. Хитрый. За кем он? За тобой. Не, отходи, когда он с тобой. А, он за мной сейчас. Бей его сзади. Вот теперь я его. Теперь он за мной. Аккуратно. Не сливай так жизни. Стой. Ты стой с одной стороны, а я буду его с другой по попе бить. А он за мной теперь. Вот я за тобой. Черт, нихуя нас не командная игра. Но эту тактику-то вырабатывать надо. Так. О, стой, 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 не появляйся. Блин. Поздно. Я Майка выбрал дурацкого. Он нормально, наоборот, у него суперка самая тема. Еее. Вот так. Дёрбэк завален, пошли в канализацию. Это Соника с него кольца вылетает. Сын опять. О! Это ты испугался, что ли, сначала? Наверное. О! Блин, у тебя все 7, как и было в начале. А я тут испробовал уже все смерти, которые тут падают. Отсюда сейчас эти полезут еще. Чё я отлетаю-то, как ссаный веник от него? Ссаный Соник. Футболиста, что ли? Наверное. Отсюда сейчас собачки будут еще выпрыгивать. По-моему, да. Ой, ненавижу их. Собачки. Mm-hmm.
О, Бельмонте. Индиана Джонса. Лара Крофт. Клинт Иствуд. У него был кнут? Да. И у Лары был кнут. Мидбосс. Что-то музыка как в Чип и Дейле. Что-то вообще какой-то он очень легкий, потому что я помню, без Konami кода, ой, без Konami в свое время очень долго его. А, который этот пиратский, где да, всему да. Пофиг знает сколько жизней там. Не-не-не, где это? Ну да, где фиг знает сколько врагов жизни, в смысле. Да-да-да. О, у меня тоже последний хп уже. Мне нравится, как он, когда вниз летит. Такой, типа, качок. Арнольдо. Александриус Невский. Ну и... И вот. Че пицца будет? Да уже мне не надо. Я не дожил до этого момента. Ходил сейчас. Так, кожаная башка. Черепаха внутри, а снаружи панцирь. Аккуратно жижками. Это сейчас что такое было? Че он за выпад выпарил? А, за шквар какой-то хватает. Кошмар. Так, ну мне до туалета сходить. Давай. Сейчас. Появляйся. Так, ну сейчас, буквально пару минут АФК. Ага.
Здорово, Стинг. Так, я тут. Ты кого там избивал? Звуки такие были. Не знаю никого. Наверное. Стинг вон тебе написал. О, Ванёк! Блин, так давно тебя не было видно здесь. Да не, он был на ферстране Ромки, когда он этого проходил. Забыл, как игра-то называется уже, господи. Ну там мужик летает, стреляет. Направо туалет. В их доме первая дверь, направо туалет. На пудельков убить. Да, вот Final Mission. А, у меня не было на Final Mission, я на работе был. Да-да-да, Рома, это Певчанская знатно так поддавила. О, сразу такое-то задержка такая, хопа. ФПС проседает. О, ФПС проседает. А ничего делает. О, я ж на пляже начинал. Какого хрена я на технотроме делаю? Ну. Жаль, здесь, конечно, ноги нельзя ломать. Я бы как динамику сейчас сделал бы Scorpion Deadclock. Но, к сожалению... Вот, да. Фига не пуляют. О. Динамика. Там много чего хлопало. Тебе только этот клоп делать может. Да не! Ой, срани эти летающие. Мухи. Да. Все, больше трех врагов на экране не выдержит. Тут поэтому они и делают, обычно по три врага появляются, а этих почему-то четыре. Сейчас я им понаделаю этот Dead Clock'ов. Куда ушел? И сюда. Его поймать еще сложнее, чем эту летающую хрень в БТДД. О, скорпиона. О, качки с сосками. Пацаны с сосками. Блин, у них тут соски меньше, чем во второй части. Ну там он возбужден, наверное. Здорово, Ромка. Еще раз. Да, привет, Ромка. О, пацаны с битами. Я всегда думал, это сваи. Ну, сваи, да. На сваи. Да. Окей, сваи. Вот сейчас я должен выйти. Опа.
Не, сейчас поедем, да, наверное. Вроде да. Ромку эмоции захлестнули. Я ни хрена не вижу, что там происходит с этими летающими штуками. Все просто. Нет. Нет! Ну, почему он не прыгнул? Ну почему он не прыгнул? Почему? Я не могу. Да ты сливайся, чувак. Я играть не умею. Да ладно. Я нуб. А не прыгай ты когда ниже это. Пониже. Она меня тогда. Да. Давай вниз бы решай. Да куда ты? О, сейчас, по-моему, сосками, да? А сейчас два босса должен. А, нет. Во, уже львиный. Который в Сонике победил. О, давай. Не-не-не, сзади подойди к нему. И просто вниз Б. Я в Ниса нажал. Я. Ах ты какой дерзкий. Ладно, не сливайся, я сейчас задамажу его. И да, сейчас шедер, который неубиваемый. Бу! Эйприл, ты дашь мне? О! Оби-Ван Кеноби. Ваня. Ух ты, он меня швырнул-то как. Эй, уйди, 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 не трать жизнь, уйди! Я займусь его. Уходи. Он замигал. Не... Я хотел от него. О, а вот и Майк. Он сам случайно выбрался. А это Ванёк. Короче, на заставке вводишь канами код и попадаешь в опции. И там можно выставить уровень сложности, жизни и уровень. На любом уровне можно начать игру. Смотри, крылёх, он лагает. Короче, Шеда разбежала. И она тут выглядит стрёмно. Да-да-да, Ванёк, именно тот кот. Лифт. Ну ладно, если что там... По-моему, можно воровать жизнь здесь. О, этим я займусь скоро. Если так продолжу. Ты издеваешься, да? А те пацаны любят очень, да. О. У тебя уже 400 тысяч, а у меня 170. Отстаете, сударь, отстаете. Воу-воу-воу-воу, наковальня.
Почему он так отлетает оттуда? Почему он так улетел? Почему? А у тебя три семерки. Че, приехали? Наковальня садилась на Чапаева. Че, пойдем гасить току? Кого? Току. Ну, там разор был, собака, перед шредером. А здесь я напарник тока. Нет. О, качки. Чемпион шип-пул, она же кривая, да нельзя. Я его как-то запустил разок, не разобрался даже в управлении. И она мне показалась жутко кривой. О, пацаны, любящие бочки. Барл джамперс. Да. Да что там его Василь тащить? Прошел 15 уровней. Если набрал 60 жизней, играй дальше. Если нет ресета, набирай свои 60 жизней. Фига они как резко вверх подлетали. Нет. Ну и ладно. У меня еще и последняя жизнь. Да. Давай, Вань, я вписываюсь. Блин, отвлекся. Попробую. О, отлично. Нам главное току завалить. Вертолет будет. Он вообще в другую сторону прыгал, чё я как отлетел-то. Да сколько вас там? Ага. Во, давай его сзади. Да я же... Босс. А, нет. Блин, мне еще надо где-то 5500 надо и быть.
Давайте босса. Лучше мне 1900 очков. Давай, завали их. Блин, 700 не хватило, да что такое? Ладно. Аккуратно. О, он за мной ходит. Блин. Ну-ка появись, возьми у меня жизнь. Не могу. А теперь? Давай, бей его. Могу. На следующий секунд. Кому-то отежечку дали. Но все равно не пойдем, наверное. Это уже все последний? Ага. Че, сливаем тогда? Ну да. Сливай ты первый. И у меня возьми. Ой. Ромка разочарован. О, крыса появилась. Да, какие гелатые штуки. Чирафа взял? Да. Ну ладно. Давай джойстиками махнем. Блин, сейчас будем путаться. Да. Ты всю игру рафом прошел. А ты вот, мразь, взял моего рафа. Я забыл, что я игрок 2. Я как жизнь солью, возьму кого-нибудь еще. Хорошо. Да, Ваня, именно так. Ладно, я же крыса. Почему черепахи всегда нападают вчетвером? Потому что их учитель крыса. Да почему? Почему ты не насаживаешься? О. Где мой-то вообще вертолет? Опустись не вниз. Блин, я говорю, опустись вниз, чтобы можно было как-то это... А ну ладно, уже теперь плевать. Я не могу играть, я не раф. Блин, ты Лео взял, я хотел Лео взять, когда вот помог. Возьми Ждона. Ладно. Вот Бельмонте. О, песики.
Хей, хей. Да не уходи за экран, мразь. Я к ним лечу, с ноги бью, а они меня простой ручкой отбивают так, что я улетаю в другой конец экрана. У тебя последняя хп. Ага. Сейчас скоро солью. Хей, хей! Нет, не солью. Ну и окей. Нафига ты сейчас хп потратишь? Я не знаю. Ну и ладно. Я их трачу, где тратится и правильно. О! Опять это мозг. Мать мышей этих. Так вот. Это стерлево прискакало тут. Хей, хей. Да почему ты не насадился? Ну почему ты не насадился? Почему? Этой анимации мы еще сегодня не видели, так что будем считать это специально. Не, было на этом. На мосту со мной. Или на острове. Не, там просто раздавливало. Воу-воу-воу, полегче, парень. Чё за кругляшки? А, не знаю. О, Бельмонта. Опа. Ха-ха-ха, по тебе попало. Да ты за прокаженный. Меня эти просто трогали. Из приюта. Да ты тут все. Те тут все уже успели потрогать. Бельмонты. Опять. А есть косла на двоих? У нас только на ДС-ке через инет. У меня нет на ДС-ке. Есть симулятор. О! Меня... Блядь, ты опять Рафа взял. Блин, я забыл совсем про это. Ну и ладно. Фига, у меня 7 жизней, откуда столько? Я же вроде не набрал полтинник, чтобы мне новую дали.
А, я уже почти слил. А, так это ты в тот раз жизнь слил, а я нет. Ну и ладно. Забрал моего Рафаэля. Вот так вот. Ну а вон это, Вань, на сешке есть этот, где выбор персонажа, там можно было бы, в принципе, запилить за обоих игру. Правда, там было бы исполнять труднее все, я думаю. Блин, да я не делал колонку. Босс. Давай, иди сюда. О, Кранк. Говно собачье, жлоб вонючий. Ой, тут такая же убогая музыка на боссе. Он за тобой ходит, а не за мной. Давай, он уже мигает. Мне сейчас еще жизнь скоро дадут. Да, дали. У меня две, у тебя шесть. Ты че крыл? Я крыл. Ну потому что я не гафом был. Так, ну этот босс элементарный. Ты делаешь суперку, когда он это... О, Соня, не появляйся. Можешь появляться тебе. Получилось, ну ладно. Да ладно, господи, мы его с этими жизнями одолеем. Тут лучше, конечно, Граф и Майк. Ну, сейчас мне чуть-чуть осталось до смены персонажа.
Да ладно, в принципе, можешь это. На кого он сейчас? Я вовремя появился. Да. Ну вот. Очередная часть Черепашек Ниндзя затащена. А что нам теперь-то играть дальше? Ай, думаю, определимся. Вообще. Думаю, определимся. О, сейчас боссы пойдут там. А, это... Леонардо! Привет, Бушрут. Профейли. Да, Бушрут, ты вовремя. Донателло. Фуджорде. О, эти сосками. Каменные соски. Шибус. Поросенок. Это Кевин Оуэнс. Слэш. Тащите хак вторых. Так мы же прошли уже Черепашек 2. Буквально полтора часа назад. Даже час назад, наверное. Но только не хак. Да, ну там тоже с читами. Ау, Рейзер. Шреддер. Тока. Кранк. Да я на самом деле не знаю, что это. Что еще на двоих можно это? Бильярд. Тетрис. Ну, кстати, Тетрис. Кстати, да, почему бы нет-то? Че, реванш? Ну не то чтобы реванш, но просто чисто для души сыгрануть. Давай. Так, ладно, сейчас титры дойдут до конца, я запись остановлю, а потом опять. Сколько за час? Ну за час 10, в принципе, мы прошли игру. Я тогда сейчас отойду минуту на 3. Я сейчас. Так сейчас титры закончатся, я тоже отойду минуту на 3. Запилите про... Блин, не, Буш. Можно было бы, например, Rock'n'Roll Racing на двоих. Так, ладно. Ну, это нужен сеговский эмулятор с настроенной фигней всей. Так, ладненько, я тогда останавливаю запись. Так, и останавливаю стрим, поэтому сейчас мы минут через 5, наверное, продолжим. Не расходитесь.